Я молюсь, Господь, во имя Иисуса, чтобы Ты использовал мои уста, Святой Дух, чтобы Ты говорил на этом месте, Боже. Я благодарю Тебя, Господь Иисус, за то, что Ты пошел на Голгофский крест, за то, что Ты спас нас от всякого греха. И я свидетельствую на этом месте, что Иисус Христос – единственная дверь на небеса. Если ты не читаешь Слово Божье, если ты не знаешь заповедей, Бог приведет тебя на суд. Библия говорит, что человеку должно один раз умереть, а потом суд. Я в этой жизни видел все. Наркотики, бордели, казино, деньги. Ничем не удивишь семьей, детьми. Если твоя жизнь, она не подчинена Богу, если твоя жизнь, она не подчинена Богу, ты живешь в пустоте. Женщина тебя не насытит. Секс тебя не насытит. Деньги тебя не насытят. Все равно будет пустота. Эту пустоту зарезервировал для тебя Господь. И я говорю на этом месте. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Осознай свой грех. Сравни свою жизнь со Словом Божьим. Если ты алчный, если ты наркоман, если ты проститутка, если ты алкоголик, если ты блудник, если ты любишь власть, деньги, если ты переступаешь через людей, Бог тебе сегодня говорит, покайся в своих грехах. Единственный путь на небо – это Иисус Христос. И я говорю на этом месте. Иисус Христос ждет тебя в молитве, простой, в покаянии. Приди к Нему и скажи: Господь, я в этой жизни много согрешаю. Скажи: Господь, я не могу так больше жить. Скажи: Господь, я устал от этой пустоты. Скажи: Господь, в чем смысл моей жизни? Я постоянно разочаровываюсь. Я постоянно в чем-то убеждаю, что это есть не то. И я говорю на этом месте, что Иисус Христос может ответить на все твои вопросы. Он не иконка и не свечка. Он живой великий Бог. Он победил смерть. Иисус Христос пошел на крест за тебя. Иисус Христос умер за тебя, чтобы ты не шел в ад. И тогда будет суд. Ты вспомнишь мое Евангелие. Ты вспомнишь то, что я сейчас говорю. Что Бог отдал Иисуса Христа лично за тебя, чтобы ты не шел в ад. Поэтому сегодня приди домой, встань на колени, скажи: Господь Иисус Христос, если ты живой, откройся мне. Я не хочу тебя знать через проповедников. Я не хочу тебя знать через какие-то либо вещи. Скажи: Иисус Христос, я хочу лично познать тебя. Скажи: Иисус Христос, я хочу лично к тебе прикоснуться. Скажи: Иисус Христос, я хочу лично знать тебя. И я на этом месте говорю, что Иисус Христос – единственный путь на небо. Я говорю на этом месте, покайся в своих грехах. Я говорю на этом месте, прочитай Библию, начни читать Новый Завет. Остановись, к чему ты бежишь, куда ты спешишь, ты не замечаешь жизнь. Жизнь проходит. На самом деле жизнь – это Иисус Христос. И я молюсь сейчас, Господь, во имя Иисуса Христа. И я связываю все дела дьявола на этом месте. Всякий демонический контроль я связываю на этом месте. И я говорю тебе: дьявол, ты поражен 2000 лет назад на Голгофском кресте. Дьявол, ты не имеешь власти над людьми. Сатана, ты поражен. И я говорю, что Иисус Христос царь. Иисус Христос царь. Иисус Христос спаситель. Иисус ждет тебя. Иисус ждет тебя, чтобы ты покаялся. Иисус ждет тебя, чтобы ты нашел истинную радость в Боге. Бог есть любовь. Бог любит тебя. Бог ждет тебя. Ты живешь по Его милости. Ты живешь по милости Божьей. И я прошу на этом месте, Святой Дух, прикоснись к людям, чтобы они осознали свой грех, неверие в Сына Божьего Иисуса Христа. И я молюсь, Святой Дух, чтобы ты прикасался к людям, чтобы ты менял их мозги, чтобы ты, Господь, создавал ситуации, чтобы люди шли в церковь, чтобы люди читали Библию. И я благодарю тебя, мой Бог, что твоя благодать, что твоя сила, что твое помазание сейчас прикасается к людям. И пусть это Евангелие, оно освобождает тебя, что Иисус Христос забрал твои грехи на Голгофский крест. Иисус Христос простил тебя уже. Поэтому, если у тебя есть какое-то чувство вины, непрощение, алчность, зло, скажи: Иисус Христос, освободи меня. Иисус Христос, прикоснись к моему сердцу. Скажи: Иисус Христос, я хочу лично познать тебя. Скажи: Иисус Христос, я хочу лично познакомиться с тобой. Я благодарю тебя, Бог, что ты сейчас прикасаешься к людям. Я благодарю тебя, Бог, что ты сейчас связываешь все дела дьявола в их жизни.
Я благословляю ваши семьи. Я благословляю ваши дома. Я благословляю ваших родителей. Я благословляю ваши дома, семьи, бизнесы. И знаете, что Бог во всем всегда вас поддержит и поможет. Единственное, не забывайте Его. Вы всему уделяете время. Уделите время Господу. Познайте Бога. Начните читать Библию. Бог вас любит. Бог всегда ждет вас. Люди, я прошу, обратитесь к Богу. Просто обратитесь к Богу в простой молитве. Скажите: Господь Иисус, я грешный. Скажите: Господь Иисус, я хочу, чтобы Ты сейчас прикоснулся к моему сердцу. Скажи: Господь Иисус, я жду Тебя, Господи. Я устал так жить. Я наркоман, я проститутка, я блудница. Я ищу кайф. Я ищу в этой жизни только дискотек. Я ищу в этой жизни расслабона. Я собой любуюсь красавчиком. Красавчик Бог. Боже, я благодарю Тебя, что Ты всегда прикасаешься. Я благодарю Тебя, Бог, что Ты всегда ведешь нас. Я благодарю Тебя, Бог, что Ты милуешь нас. Мы живем по милости Божьей. Задумайся, мы живем по милости Божьей. И я благодарю Тебя, Бог, что мы с покаянием приходим к Тебе. Живой Бог, откройте Библию, начните читать Евангелие. Единственная дверь на небеса – Иисус Христос. Иисус Христос – Спаситель. Иисус Христос любит Тебя. Иисус Христос погиб позорной смертью лично за Тебя. Иисус Христос умирал за Тебя на Голгофском кресте. Приди домой, скажи: Господь, я хочу познать Тебя. Откройся мне, Ты номер один. И я благословляю вас во имя Иисуса Христа. Аминь.